А ты знаешь, чем чужое мнение отличается от пиццы? Тем, что я его не заказывала. Я проснулся, встал, делал
еще проблема, не найду носки. На кухне беда, кастрюля при том, пока почистил свои зубы, подгорела еда. И я думал, дрянь, но вроде не пьянь. Может, ночью кто-то был и верит, что ты не пьянь. Извините. Класс. Вырвалось просто. Прикольно. Заметил, да? Сегодня мы на танцполе, и ты такая красивая. Твои каблуки летают, мои ноги уже взлетают.